Молодежная столица России проводит целую череду интересных, красивых, ярких мероприятий, в том числе фестивалей. ВДК Фест объединяет несколько блоков. Это музыка во всех ее проявлениях, танцы, вокал, ну, конечно, инструментальная музыка. Здесь, на площадке «Бухта под Рокол», мы проводим САП-фест. Это не только про САПы, хотя это очень про Владивосток. Это про пляжный волейбол, про пляжный теннис. Конечно же, про забеги. Ребята со всей страны приехали к нам для того, чтобы поучаствовать в таком крутом мероприятии. Очевидно, что в любые времена для молодежи важно иметь возможность реализовать свой творческий, спортивный, предпринимательский потенциал. И город Владивосток прямо сейчас, наша молодежная столица, такие возможности дает. Давайте ими пользоваться.